Электронную почту нашего телеканала завалили письмами жители микрорайона Восточное Бутово. Его жители уже сутки сидят без воды. Вчера и холодную, и горячую воду отключили около 18 часов. Это видео нам прислал местный житель Александр Шабанов. Вот так в 21 веке мы набираем снег, чтобы растопить его на воду. Управляющая компания «Элит Сервис», обслуживающая дома, так объяснила причины внепланового отключения. Авария на сетях, причина пока неизвестна. Застройщик ищет причину, обходит трассу. Где есть вода на первых этажах, соответственно, двери везде открыты, люди могут пройти, набрать хоть что-то. Бочка с питьевой водой будет стоять у Крымской, дом 13. Надо сказать, что это не единственная проблема Восточного Бутова. Утром здесь выстраивается огромная очередь на маршрутке, чтобы добраться на работу, на учебу или отвезти детей в детсады.